Друзья, привет! С вами, как всегда, Пласкун. И сегодня я решил сделать небольшое видео и рассказать о новом пилоте для робота Invader в игре War Robots. И вообще, ситуация какая? Еще много лет назад в игре появился робот Invader. Поначалу он был очень силен из-за большого количества прочности, неплохой огневой мощи и способностей, которые позволяют роботу прыгнуть в толпу противников и тем самым быстро сократить дистанцию. И так было довольно долгое время, но потом выходили все новые более сильные роботы, и все начали забывать про инвайдера. И я лично считаю, что забывать начали несправедливо, ибо прокачанный инвайдер даже сейчас может без особых трудностей сделать как минимум годлайк в бою. Но несмотря на это, все равно большинство считало робота неактуальным и мало кто на нем играл. И казалось бы, что дальше все так и будет, но тут совершенно внезапно разработчики сказали, что в игру будет добавлена уникальная версия робота Ultimate Invader. У него не только будет больше прочности, но и также он имеет 3 средних слота вместо 1 среднего и 2 легких, как у обычной версии робота, и также нельзя снизить его очки защиты. Поэтому те же риперы не смогут ваншотать робота. Ну и чтобы как-то дополнить сборку, разработчики сделали легендарного пилота Ибрис Багир. И Ultimate Invader пока никак нельзя получить, но вот пилота уже можно забрать из лидерборда, и я уже успел его получить. Ну я так подумал, что было бы неплохо подобрать оптимальную сборку для Invader и заодно посмотреть на нового пилота в реальном бою. Этим я решил заняться. Для начала стоит отметить, что Ибрис Багир по сути делает прыжок Invader ощутимым для врагов. По умолчанию у обычного инвайдера урон от способности составляет 6000 единиц, но с пилотом урон возрастает до 30000. Понятное дело, что целого робота вы так не разберете, но кого-нибудь без проблем можно так добить. Да и просто дополнительные 30000 урона каждые несколько секунд – это довольно приятно. Ну и я поставил все умения у пилота на прочность, и у меня вышло у инвайдера почти 650 тысяч хп, что тоже довольно неплохо. Если говорить про дрона, то само собой я выбрал Шая. Он позволяет повысить прочность робота и дает ему продвинутую версию Ластенда. А для танка получить несколько секунд неуязвимости это очень полезно и иногда выручает на поле боя. Ну а пушки я поставил гарпуны. Они и урона много наносят, и аегис дают, и тем более инвайдер благодаря прыжку может быстро сократить дистанцию до противника. Ну и отыграв с такой комбинацией боев 15, я могу смело сказать, что она очень хороша. Робота разобрать довольно проблематично, в то время как он сам наносит неплохо так урона. И у меня даже получалось сделать несколько раз Living Legend, а для робота 5-летней давности это очень хороший результат. Ну а сам пилот может, конечно, и не лютая имба, но отлично дополняет сборку. Думаю, с Ultimate Invader такая комбинация будет еще сильнее. Ну и в принципе, друзья, это все, про что я хотел сегодня вам рассказать. Всем большое спасибо за просмотр, и если вам понравилось данное видео, то не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Ну а с вами, кстати, был я, Пласкун. Всем удачи, всем пока.